Друзья мои, всем большой-большой привет. Собралась варить икру кабачковую. Пришла на огород за луком нарвать. И вот решила все-таки снять, показать вам, какой лук я вырастила в этом году из рассады. Вот это эксибишн. Сейчас я выдеру луковку. Ой! Вот, смотрите какой. Моя ладонь. Я не знаю, сколько здесь. Не самый крупный экземплярчик. Мне нужно килограмм лука. Так, кого мне еще дерануть? Вот этого, пожалуй. Вот. Так, вот это у меня Red Baron. Тоже выращивала рассады. Мне, конечно, такой лук красный не надо в икру. Но я вам выдерну, покажу размер луковицы. Вот. Так, и еще у меня там был лучок белый, острый. Стардаст. Так, сейчас я его найду. Там сама по себе луковица идет помельче. Вот он, по-моему. Сейчас его еще дерану. Такая луковка. Но у него, видите, еще перония пожелтела. Так, и покажу лук, который я сажала сивком. Сивок в этом году очень дорогой был. Купила я его, наверное, по 400 с чем-то рублей за килограмм. Но вот такая херня у меня получилась. Практически весь ушел, видите, в стрелку. То ли он хранился как-то неправильно. В общем, вот это я сажала сивком, сейчас выдерну. Вот такая, смотрите, луковка. Вот, смотрите, дынька в открытом грунте. Такая. В общем, к чему я весь разговор завела? А к тому, что нефиг переплачивать за лук сивок. Бешеные деньги, если, конечно, вы сами его не выращиваете. Все-таки самый, по-моему, дешевый способ — это выращивание лука из семян рассады. Вот смотрите результат. Вот этот сивок, который под 500 рублей килограмм. Вот эти друзья, три друга, выращены рассады. Сколько стоит пакетик семян, вы сами знаете, не сравнишь с сивком. Поэтому, наверное, дальше я буду все-таки побольше сажать рассады лука в целях экономии. Вот так, ребятки, пока. Решила все-таки провести взвешивание, а то скажете, что ты нам показываешь в сравнении с своей ладонью. Может, у тебя ладонь как у лилипута. Вот приволокла весы, давайте смотреть. Так, нолик. Это у нас эксибишн. 307 грамм. Red Baron. 219. Exhibition. 235. Так, Stardust. Это белый лук. Остренький. 133. И вот этот из сивка. Я не знаю, как его название. 172. 154. Такое луковое счастье. Классный лучок, да? Так что растите лучше рассадой, пусть возьми побольше. Но зато представляете, сколько вы экономите денег. Если сравнить стоимость пакетика семян лука и стоимость 1 килограмма сивка. Особенно в этом году продавцы как с ума посходили. Хотя, знаете, если говорить про продавцов
этого сивка. Вот, например, если бы я сама была продавцом, я бы тоже, наверное, недешево продавала. Потому что посей, поухаживай, поливай, поли, и потом еще за 3 копейки продай. Тоже жалко своего труда. Ребятки дорогие, сажайте в феврале рассаду лучка. Выращивайте лучок в один сезон без использования сивка. И будет вам вот такое луковое счастье, как у меня. Ну, теперь все, пока окончательно буду икру варить.